Привет, друзья! Украинская армия начала использовать невооруженный командный бронетранспортер «Скот Р-3М» польского производства. Машина куплена на деньги волонтеров. Бронетранспортер АТ-64 разработан в 1959 году в Чехословакии. С 1961 года бронетранспортер АТ-64 стали выпускать по лицензии в Польше под индексом «Скот». На базе БТР АТ-64 создано многочисленное семейство машин. Часть из них еще осталась в армии Словакии, Польши и других стран. Если сравнивать со старой бронетехникой, эта машина аналог советского БТР-60. Главным преимуществом по отношению к советскому аналогу был полностью бронированный салон. Бронетранспортеры серии АТ-64 «Скот» стандартно вооружались 7,62, 12,7 и 14,5-мм пулеметами. Некоторые имели БТРК-малютка. Толщина брони машины АТ-64 «Скот» от 6 до 13 мм. Масса 14,5 тонн. Развиваемая скорость до 95 км в час. Экипаж 2 человека и 10 человек десанта. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.